Глава государства Касым-Жомарт Токаев в статье «Независимость дороже всего» акцентировал внимание на празднике Наурыз. Сегодня казахстанцы отмечают День Курысу. Именно с него начинается празднование весенних национальных праздников. Красочные мероприятия, приуроченные ко дню рукопожатия, состоялись и в Таразе. В чем особенность этого праздника, как зарождалась традиция истории и какой смысл несет в себе, смотрите в следующем сюжете. С незапамятных времен считалось, что Новый год наступает ранним весенним днем 14 марта. Дословно Курысу означает «светиться». В наше время праздник начинается с того, что люди навещают друг друга и непременно обмениваются рукопожатиями. Вы сами знаете, Наурыз – праздник всех тюркоязычных народов. Поэтому четыре отдела, относящихся к сфере культуры, объединившись, с 14 по 19 число будут проводить различные мероприятия, посвященные Наурызу. Я желаю нашему народу мира, спокойствия и добиться в этом году новых высот. Каждый год по традиции казахстанцы надевают традиционные костюмы, с утра поздравляют друг друга и говорят теплые пожелания. Согласно обычаям, посещают дома своих старейшин, тем самым отдавая дань уважения. В сегодняшний день Курысу хочу пожелать нашему народу миру, спокойствия и процветания. Впрочем, в старину в этот день люди, здороваясь, говорили «бэр жасынызбен». В этом словосочетании таится пожелание долгих лет и вера в то, что год грядущий сложится лучше, чем прежний. К слову, по словам организаторов, в ближайшее время культурные мероприятия, посвященные весенним национальным праздникам, будут проводиться и впредь. Асимжан Джузбаева, Жамбыл Ньюс.